Друзья, привет! Рад видеть вас на новом видео. Сегодня будет пару видео, я покажу вам свою тренировку. И сразу же извиняюсь за то, что не было видео где-то неделю, потому что были, так сказать, технические неполадки. Ну, для начала приступим к завтраку. Сейчас зайду к месту своей тренировки. Пока иду, я расскажу, в чем будет заключаться тренировка. Тренировка будет на ноги, да, опять на ноги, потому что до этого не получалось снять прошлой тренировки, потому что не было камеры. Надо будет сделать 1750 прыжков. Пока я делаю это объемом, ну, в дальнейшем, через месяц-два, тренировки уже будут по 500 раз, но с меньшим интервалом отдыха. Так что так. Утром был дождь, думал, что не получится пойти на улицу, сделать тренировку. Но сейчас вроде погода нормализовалась. Надеюсь, что я не попаду под дождь. Пришел на место своей тренировки, она находится в парке. Вот здесь находятся такие тренажеры. Вон оттуда я начну прыгать, и вон до того белого такого здания, или как это сказать. Так что приступим к работе. Blessings, I feel like I'm falling. The 30 is back. Tell me I'm garbage. I'm going through something. That's why I ain't calling. Phone in progression. It's all that I wanted. The foe in affection. I summon and dub it. Cause I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them. I run through the money. Depression be calling. Left on my blessings. I feel like I'm falling. The 30 is back. Tell me I'm garbage. I'm going through something. That's why I ain't calling. Phone in progression. It's all that I wanted. The foe in affection. I summon and. About nothing, why won't you go get you a dollar or something? Don't hang with a who line for nothing. I see that we different, you riding, I double my don't do discussions on bragging about honey. Don't go to your places, I know that they so закончил отрежь, сделал 1750 раз. Все-таки погода не дала это сделать. Заняло это по времени где-то 2,5 часа. Чувствую, что ноги болят. Завтра, наверное, с кровати не встану. Так что сейчас переодеваюсь и расскажу, что дальше. Сейчас иду в магазин, мне надо немножко скупиться домой. Еще хочу зайти в рыбацкий, купить наживки, прикормку и завтра сходить на рыбалку. Еще по поводу треша хочу сказать, что треша я доволен, потому что 2 месяца назад я делал 600 раз, и для меня это было тяжело. Сейчас 1700, и как бы, ну, уже лучше. Еще вот иду сейчас в магаз, такие видончики. Всем доброе утро, на часах 5:30 утра, я иду на рыбалку, взял с собой вот такие обычные спиннинги, взял зонтик,
сумку с Настей. Потихоньку двигаюсь туда. Так что следующее развлечение будет уже с места рыбалки. Там. Breathe, I just wanna feel your need, yeah. Yeah. Oh yeah, I woke up on my mattress next to a savage. Yeah. Oh yeah, I woke up on my mattress next to a savage. If you wanna stay, eh, baby girl, don't go. Oh, look the other way, eh, nobody will know. Oh, if it's all the same, eh, call my place your home. I don't wanna chase, eh, but don't want you to go. Oh, all I want is you, ooh. All you need is me, yeah. I know what to do, ooh. Only I can see, yeah. Know I love the view, ooh. Climb under the sheets, do just what you do, ooh. Put me back to sleep, yeah, yeah, yeah. Oh yeah, I woke up on my mattress next to a. Вчера сходил. Взял вот такую вот кашу, какую-то самую дешевую, потому что было блин, готовиться к нему. Какой-то ватер клёво непонятно. Апарика. Такого черночка обычного. Так что сейчас буду пробовать такой вот рассвет. Погнали. I'll take you to the cabin, penthouse mansion. And she used to acting, but I ain't casting. Yeah, yeah. Oh yeah, I woke up on my mattress next to a savage. Yeah, oh yeah, I woke up on my mattress next to a savage. So everybody owns me. Такая бомба ракета получается. Обычный белый червяк. Сейчас буду закидывать. Все, забросился, теперь надо ждать поклевочку. Надеюсь, сегодня клевать будет. Так что так. А пока буду ждать, надо похавать. Ребят, собрался, уже иду домой. Закончил рыбалку. То немножко наловил так на сковородочку. Вот покажу. Таких таких. Опа. Таких, короче, лапти. Рыбалка, конечно, не такая активная, как ожидалось, но, в принципе, нормально. Ребят, спасибо, что досмотрели это видео до конца. И увидимся в новом видео. Пока!